иногда причиной неплодоношения оказывается то, что привитая часть погибла, а сеянец, дичок растет. И он шикарно растет, но плодов нету или дождемся малюсенькие. Как это определить? Обычно у сортовой яблони листья крупные, более плотные, довольно-таки темные бывают, хотя есть и светлые, светло-зеленые листья. У дичка, у подвоя, лист тонкий, часто острозубчатый, вот по краю острозубчатый. Ну и потом взять надо посмотреть, откуда этот ствол идет. Значит, должно остаться, где погиб-то основной, там что-то типа пенька какого-то маленького останется, если даже молодой погиб. И где место прививки? Стало быть, если идет ниже места прививки, то это явно дичок. Ну, можно так решить. Если это он не сильно разросся, то, может быть, вы попробуете сделать прививку. То есть не обязательно его вырубать? Нет, не обязательно вырубать. Но если он уж хорошо разросся, тоже можно сделать, но тогда надо будет в несколько веток прививать. Да? Причем вот эти прививки, как правило, делаются рано весной, в период сокодвижения. Рано весной, когда идет сокодвижение, потому что нам надо, чтобы кора отворачивалась в разрезе, а она будет отворачиваться только, когда идет сокодвижение сильное. Берется черенок, ну, не очень большой, 3-4 почки, может быть, 2-3 почки, вот так вот. Очень простые способы прививки, самые простые, это за кору, потом, значит, еще на пень. Вот, в расщеп. Но если вы делаете в расщеп, обязательно обратить внимание надо, что черенок вставляют не в середину пенька, а по краю должны совпадать камбиальные слои черенка, который прививаете, и подвоя, на который прививаете. Иначе ничего не приживется. А во всяких обучающих видео, типа «бери и делай», как раз показывают в серединочку обычно. Это ничего не даст. Потому что идет срастание только за счет камбия. Угу. А в середине чистейшая древесина, никакого камбия. И, значит, это все, конечно, до распускания почек. Ну, то, что надо обвязать и прочее, это в руководстве по прививкам. Их вообще-то во многих книгах много таких вариантов. Можно все это посмотреть. И что-то еще я тут хотела сказать. Еще нужно помнить, что могут птицы на ваши черенки насесть. Поэтому часто, если на толстый стволик делаете, довольно-таки, делают, ну, из той же ивы такую дугу привязывают, угу, чтобы птица не на черенок села, Ну, да, кстати, очень много погибает именно прививок, именно из-за того, что садятся птички, и все нарушается, да, вот это да, вот. Да, соединение нарушается. Да, и они просто... Потом приходим, а они такие все болтаются, валяются. Да.